В Экибастузе состоялся открытый областной турнир по ММА среди детей. Обеспечение здоровья и благополучия детей является одним из приоритетных направлений работы Федерации национального спорта ЖКПЖК области и других клубов и секций, принявших участие в турнире. Сегодня мы проводим в Экибастузе открытый турнир по смешанным единоборствам. В нем принимают участие юные спортсмены из Павлодара, Экибастуза, Нур-Султана, Баянаула и Омска. ЖКПЖК – национальный вид спорта и не только поэтому вызывает большой интерес не только со стороны участников, но и зрителей. Впервые в Экибастузе проводится такой турнир. Мы преследуем цель здорового образа жизни. Дети – это будущее нации. И сегодня устроили такое мероприятие совместно с акиматом города Экибастуз и с федерацией. Будем стараться каждый год проводить такие мероприятия. Сегодня смешанные боевые искусства становятся все более популярными в современном мире. В детском турнире участие приняли 120 юных спортсменов от 6 до 16 лет. Дети соревновались с отличным боевым настроением и проявили максимальную волю к победе. Хорошо, хорошо. Там проход один, проход один. В итоге 19 первых мест завоевала школа Еренгаиповтим. 6 первых мест у воспитанников секции КАС Алмагулькашиной. У экибастузской школы «Легенда» и команды Баянаула по одному первому месту. Два павлодарских клуба увезли с собой по две золотые медали. Команда борцов Омска забрала в копилку две серебряные медали, а борцы из Нур-Султана – три бронзы. Организаторы планируют продолжение подобных турниров.